Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами TCL20L, и в этом видеоролике мы вам покажем, как включить высококонтрастный текст на данном устройстве. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в настройки и в настройках пролистать вниз до пункта «Специальные возможности», и после этого мы переходим в него. В пункте «Специальные возможности» мы тоже листаем практически в самый низ, где в экспериментальных функциях видим функцию «Высокая контрастность текста». Мы можем включить ее, и таким образом весь текст на нашем телефоне, как бы это банально ни звучало, станет очень контрастным, очень выделяющимся для глаза. Этот режим отлично подойдет для людей, у которых есть какие-то проблемы со зрением. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!